еще раз, значит, что происходит у меня? Я сплю. Какие цели в жизни? Целей в жизни нет. Жизнь бесцельная. Как меня зовут? Я не помню. Как говорит Филипп Дик в романе «Помутнение»: в этом сраном городе нужно обязательно помнить, как тебя зовут. Иначе что-то пойдет не так. Что я делаю? Я иду подойти к своей машинке, к своему лучшему другу. До этого момента. А погладить ее и пойти дальше. У меня в пакете два мороженка. Два мороженка. Черненькое и клубничненькое. И с ними я буду проводить этот вечерок. А ты, мой красавец, стой.